Дисклеймер. Видео может быть страшным. Привет, это хоррор мод The Silence, самое страшное, что я играл в Майне. Наверное, вот эти двери нахер снесу вообще, чтобы не открыть. Твою мать! Подробнее узнать, что из себя представляет этот мод, ты можешь, посмотрев предыдущие серии по подсказке в левом верхнем углу. От себя могу сказать только то, что громкие звуки по типу плавания в воде или открывания дверей привлекают внимание монстров. Это уже четвертая часть, и продолжение зависит исключительно от вашего актива. От тебя попрошу поставить лайки и подписаться, дабы продвинуть этот видеоролик, ведь я очень старался. Поверь, это действительно важно. Меня зовут Энтер, мы начинаем. Привет! Прошла целая неделя с момента выхода предыдущей серии, поэтому мои нервы окончательно восстановились, и мы можем пилить новую четвертую часть. В сегодняшней серии я планирую построить бассейн, конечно же, чтобы купаться в нем, так как это неотъемлемая часть любого выживания — постройка бассейна. Ну спасибо, только начали играть. Понятно. Чуваки, я же пошутил про бассейн, не надо на меня сразу пугать и орать как не в себя, пожалуйста. Я не пошутил. Что нам нужно для бассейна? Первое — это куча ведер воды, которых у меня нету, само собой. Так как железа у меня тоже нету, соответственно. Так, ладно, проехали, бассейн может потом построим. Сегодня я предлагаю наконец застроить дом, конкретно сделать крышу, а может даже второй этаж. Так что, let's go добывать дерево. Но это было как-то не страшно, честно говоря. Видать, я уже привык ко всем этим скримерам. Я, знаете, что заметил? Серии как-то чередуются. Если вспомнить первую и третью серию, они были абсолютно без скримеров. А если взять вот эту и вторую, то они со скримерами прям каждую секунду. Отсюда можно сделать вывод, что монстры раз в две серии меня, короче, пытаются просто довести до инфаркта. Но мне, честно, уже насрать на этих монстров. Вот. Настолько мне насрать на них. Окей, let's go строить второй этаж. Не знаю, честно, куда мне столько этажей. Мне вполне хватает одного. Но дом все равно надо достроить. Я, в общем, так подумал, что мне все равно нужно будет время от времени следить, что тут происходит на улице сверху, поэтому здесь будет просто терраса. Так, у меня сломался мой единственный топор. Скрафтил сразу два и добуду деревья, которые растут у меня за домом. Ай, твою мать. Ага, понял. Вы, наверное, удивлены тому, что я так спокойно реагирую на все эти скримеры. Дело в том, что перед началом этого ролика я выпил 2 литра валерьянки. А еще посетил психотерапевта 10 раз. Так что мне ничего не страшно. Так, давайте бахнем что-то типа склада внизу. Буду использовать бочки, потому что они не невидимые, как сундуки. Вот что-то такое у нас получилось. Давайте сейчас перетащим все вещички. Я даже тут немножко все рассортировал, повесил рамочки, однако мне не хватило палок, чтобы сделать еще пару штук. Поэтому я отправляюсь добывать дерево. Посреди ночи, да. Я абсолютно не боюсь, потому что у меня есть железная броня. Здорово, паук. Сколько тут мобов, нифига. Я надеюсь, вы не забыли прожать лайк. Вам же нравится, как я страдаю. Чем больше актива, тем больше вероятность выхода новой серии. Тем она быстрее выйдет, соответственно. Дерево добыто, рамки готовы. Красота какая. Ну а теперь я предлагаю отправиться спать. Доброй ночи. Всем на меня пофиг. Нифига лук со скелета выпал. Причем неплохой такой прочности. Ой, чуваки, пойду-ка я умоюсь, пожалуй, у реки. Как-никак утро наступило. Надо поплавать, окунуться, освежиться, сами понимаете. Ой, какая водичка хорошая сегодня. Хорошо, поплавали, а теперь мы можем отправиться в шахту. Добывать алмазы. Опа, заброшенный портал. Неплохо. Соберу тростника, в будущем наверняка понадобится. Золотой блок я забрал, но сундука я что-то тут не вижу. Ну, как-то не густо тут по луту получилось. Ладно, проехали. Опа, у меня какая-то... экран как-то сузился. Это, наверное, не очень хорошо. И чувствую, мне сейчас хана будет, наверное, нет? Видать, да выпендривался, чуваки. Ой-ой-ой. Боже, помилуй. Что? Что? Где? Твою мать! Охренеть. Так, купаться, 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 купаться. Я нихера не вижу. Здрасте, здрасте. Здорово, бро. Привет, привет, чувак. Сорян, что я купался. Сорян, что я шумел дверьми. Да. Да, да. А, он за мной плывет. Твою мать. И что мне делать, ребята? Я его не вижу. Я вообще ни черта не вижу, честно говоря.
Так, давайте убегать как-то. В сторону дома. О. Все, да? Ну, что-то ты меня не удивил, чувак. Я почти не испугался даже. Добыли мясо и давайте искать все-таки пещеру. Я же сюда за этим отправился в первую очередь. Ну, привет, чувак. Ты бы хоть, не знаю, крики включил, а то не страшно как-то было. Угля много не бывает, поэтому мы его с вами добудем. Надо, пожалуй, скрафтить стрелы и отстреливать этих мобов, если они вдруг побегут на меня еще раз, как этот в воде. Я хотел в него выстрелить, но стрел у меня не было. Я думал, он бы вообще охерел от такого. Я убежал далековато от дома, на самом-то деле. Не знаю, смогу ли я его найти. Но даже если не смогу, кого это волнует, верно? Так, здесь вроде пещера, вроде нет. Ладно, не пойду туда. Пещер что-то вообще нету. Я сколько пробежал уже. О, стоило только попросить. Падать я сюда, конечно, не хотел, но ладно. Это хреновая пещера, честно говоря. Да, это просто полный отстой. Я сейчас только время потрачу на то, чтобы обратно выбраться кучу. Ладно. Еще блоков нет, как назло. Интересно, хватит ли мне сил и смелости добыть вообще алмазы в этом выживании? Про назырить, конечно, молчу. Так, я там внизу видел хорошую пещеру. Блин, ладно, свинью не стал убивать, она убежала. Ой, какая хорошая пещера с тупиком в конце. Вообще. Тем временем у нас вечереет. А я хрен знает, где вообще нахожусь. Нет, я примерно понимаю, где находится дом. Просто бежать до него, ну, уж очень далеко. Ладно, пробежимся. Пэр-пэ-пэм. Ту-ру-ту-ту. Домику своему я бегу. И коров по пути всех валю. Кстати, если не ошибаюсь, я, по-моему, ни разу не умер даже за это выживание, что меня очень сильно удивляет. Ой-ой-ой, нихера тут разлом. А что это я вижу? Неужели это самое приятное место в этом мире? Мой дорогой дом. Сколько здесь мобов, это охренеть просто. Посмотри, 4 паука. Идите отсюда. Я считаю, мне нужно скрафтить чуть-чуть побольше печек, потому что у меня их вообще нету практически, всего 2. Ладно, кину еду жариться. Интересно, на магме можно плавить? Нет. А жаль, было бы прикольно. Выкладываем все добытые мной вещи. Так, сейчас я возьму еды, похаваю и лягу спать. А, здравствуйте, паук. В этом, кстати, основной минус террасы. Но он все равно ко мне не залезет, так что мне какая разница. Окей, спокойной ночи. А, да. Плохо. Если я вот так сделаю. Доброе утро, пауки на моей крыше. Иди отсюда нахрен. Свалили. Смотри, они такие настырные. А, иди, говорю, отсюда. Пошли, уроды, а. Свалили нахрен. Твою мать, у меня сейчас в комнате моей сзади упало что-то с кровати. Походу мобы поняли, что в майне они меня не достанут и решили ко мне в реальной жизни прийти. Нет, на самом-то деле это было очень жутко. С учетом того, что сейчас довольно-таки поздно. Ладно, проехали. Пауки оккупировали мой дом. Нет, вы поглядите. Он еще на крыше один сидит, твари членистоногие. Я предлагаю отправиться вот в ту сторону, туда мы еще не ходили. Я, честно, этого ожидал. Потому что очень давно не было скримеров, еще с прошлой ночи. Оп, железо. И, судя по всему, какая-то пещера, но она и очень странная. Я ненавижу такие пещеры, ну вот зачем они существуют? Тут одно сраное железо и больше нихера нету. Хотя тут углубление вниз какое-то. Я думаю, оно по итогу кончится тупиком. Не, нафиг, я туда не пойду. По-любому там в конце просто тупик, я потрачу кучу времени. Я обязан был это сделать. Не знаю, с чем это связано, но последние 15 минут видео почему-то не записались. В них я нашел заброшенный корабль, залутал оттуда карту, вот такие вот ресурсы. И когда поплыл искать клад, я еще к тому же нашел деревню, в которой налутался изумрудов, хлеба, ели и прочей ерунды. Ну и тут же я нашел клад. Кстати, вот вам лайфхак, как легко найти клад. Взгляните на эти цифры, которые стоят справа от координат. Если первая цифра девятка и последняя тоже, то клад находится ровно под вами. Вот этот прекрасный сундук, который невидимый. А еще вот вам сид мира, потому что в комментариях просили. Где-то тут моя лодка, вот она. Вот сам заброшенный корабль, который вообще огромный очень на самом-то деле. Там целых 3 сундука было, я удивился. А вот и деревня. А там мой дом, соответственно. А я знаете, что понял? В предыдущей серии мы с вами нашли спавнер, во-первых. А в этой серии мы нашли портал. И не там я не обнаружил сундуков. А знаете почему? Потому что они невидимые, твою мать, я про это забыл. Поэтому сейчас быстренько сгоняю в пещеру, залутаю здесь сундуки на спавнере и потом сгоняю еще до портала. Надеюсь, за этот период меня никто не убьет. Блин, я забыл вещи, кстати, выложить из инвентаря, и будет очень херово, если я умру.
Здорово, зомби. Как по тебе попасть? Все, убил. А что, спавнер сломал, что ли? Кстати, опять начался страшный пещерный эмбиент, который был в предыдущей серии. Чуваки, я тут... Вот, наконец-то сундук. Кстати, ведро — это довольно-таки неплохо. У меня, правда, места в инвентаре вообще нету. Блин, звуки становятся все громче. Мне страшно. На меня же сейчас что-то выбежит и убьет. Даже не знаю, что убрать. Саженцы. Тут есть сейчас сундук? Да, нифига, книги. Приманку вот я возьму, а пронзатель мне нафиг не нужен. Кости тоже возьмем. Все, неплохо, залутались и побежали отсюда быстрей. Опять этот эмбиент. Закончился резко очень. Он, наверное, начинается просто с какой-то высоты и пугает меня так. Честно, мне очень страшно по этим пещерам бегать. Так, давайте выложим все мной добытое добро в сундуки. Доски сюда, книгу сюда пока закину. Так, вроде плюс-минус все выложил. И погнали, сгоняем еще до портала. Конечно, скоро ночь. А какая разница, я быстро. Какого хрена сундуки вообще не видим? Это доставляет столько проблем на самом-то деле. Я пока нашел все три сундука на корабле, прошел целый век. Кстати, забавно получается, в первой серии меня предупредили о том, что не стоит, во-первых, плавать в воде, а во-вторых, брякать дверьми. И тут получается так, что когда я был на корабле, я одновременно и дверьми брякал, и в воде плавал. До портала я дошел. Первое испытание выполнено, теперь нужно как-то тут найти сундук, который невидимый. Твою мать. О, нашел. И вот ради этого я сюда шел, серьезно? Ну хотя, знаете, золотая плита, это, наверное, так круто, мне кажется. Это сраная лава. Так, чуваки, я на этом, наверное, буду заканчивать, потому что я уже заколебался снимать. Однако я сейчас, наверное, снова пойду сразу же. Блин, я плиту выкинул. Нет, моя плита. Ладно, пофиг на нее. Однако я, наверное, сейчас сразу же пойду снимать для вас новый хоррор, чтобы канал не простаивал. Не забывайте проявлять актив, дабы новые видео выходили быстрее. Вступайте в мой телеграм, где я выкладываю всякие эксклюзивные вещи касательно меня и моего канала. Дискорд сервер, где я играю с подписчиками. Огромное спасибо за просмотр, ценю каждую минуту, которую ты потратил. Меня зовут Дентер, надеюсь, мы еще с тобой увидимся.